Мы с Оксаной последний раз уже, завтра уже улетаем, отправились в аптеку. Сейчас купим аюрведу. Мне прихватило спину и гималайскую мазь какую-то мы брали на пробу. Оксана только помазала, и у нее сразу прошло. Да, Оксан, за сколько времени? Минут за 20 отпустила спину. И мы, в общем, пошли в аптеку. Оксана говорит, куплю. Hello. Хотя не планировали ничего брать больше. Ну, такую волшебную мазь как не взять? Вот Оксана сейчас себе возьмет и папе. А потом будем пировать. Мы уже в нашем ресторане заказали праздничный ужин. Нам приготовят барракуду и креветки, и картошку фри, и салаты. В общем, и наши друзья, с которыми мы здесь познакомились, из Канска, мы их тоже пригласили. В общем, ну, сегодня у нас будет праздник. Будем отмечать мой день рождения. Все увидите. Все, мы возвращаемся. Уже там стол, наверное, нам накрыт. Мы купили с Оксаной мази от ревматизма гималайской. Оксана 10 упаковок аж взяла. Так ей спину прихватилось, что Оксана стала сразу щедрой. Все, она найдет. Полный пакет тащит. И люди, глядя на Оксану в аптеке, русские, были там. И мы, Оксана, сколько? Продавец спрашивает у Оксаны, сколько тебе мази? Она говорит, 10. Люди так все посмотрели в Оксанину сторону и давай ее расспрашивать, что за чудодейственная мазь. Ой, гималайская какая-то. На ней написано Гималай. Вот, в общем, мы сегодня отоварились аюрведой. Несутся, просто кошмар какой-то. Эти назад уже вот отключили фары и летят, или отстряхнули они свет себе. По таким кочкам носятся. Все, мы пришли. Мы пришли за столик, сели, нам вот так вот накрыли. Не видно ничего. Сейчас, Оксана, может, подсветишь, Миш? О, вот так нам накрыли, вот такой букет поставили. А у него фонарик, есть, да? Фонарик, да? А нет, еще раз. Вот так, в общем, нам накрыли столик. Ну ладно, хватит. Так, вот такую барракуду нам принесли. Это креветки королевские. Стол нам накрывают уже, да. И Оксану отсюда посвети еще. Оксан, вот сюда. Вот такой букет сделали. А здесь у нас картошка фри, салатик, рис, помидоры. Что такое? И вот такая рыба. Прям ой, ничего себе, слушай, пахнет, да. На руки лезут. Унюхали. Унюхали, да. Запах. И тут тоже салат, фри, креветочки, рис и там еще что-то, капуста какая-то. Красота. Поздравляй. Давай. Я не знаю. Давай. Так, значит, это для твоего вообще. У меня шок. Вы где это нашли? Ты же водила по злачным местам. От нас на холодильник. Ой, тут уже русская денежка, так как мы уезжаем на помаду. На помаду? Спасибо огромное. Слушайте, я это искала везде, Рудракша. Я не... Спасибо, Лорик, ты даже не представляешь, как вы меня счастливили. Покажи хоть денежку-то, денежку. Денежка, это я дома потрачу. Ничего себе. Да. И Рудракшу. Рудракшу подарили. Вот слушай, они, богатые люди, которые дарят подарки. Причем храмового города. Да. Что-что? Храмового города. Храмового. Да вы что? Да. Ничего себе вы даете. Да. А что он ну, он рассматривает, забрали у меня сразу Рудракшу. Это
Думаю, что я так рада. Драгоценности. Спасибо вам большое. Вот это неожиданно. Вот когда неожиданно. А Оксаночка мне подарила вот такой комплект гранатовый. Подождите, маленько, вот так. Колечко. Сережки. Сейчас, подожди. Ага, все. И кулончик. Ну, кулончик, цепочки нет, я не надела. Из граната, из натурального. Я вообще счастлива. Спасибо. Угу. Носи на здоровье. Я. Ну. Она сама бусы делает. Это подарок. Презент. Угу. А это мясо, рыба, кушать, это мяу-мяу нету, это чужое мясо. А, что? Мясо, говорит, это вроде как. Это не место. А, место мяса едят, что ли, или что? No, I know, it's for my handmade. Yeah. Она делает... I know, it's handmade, браслет. Это, говорит, не едят. Ну, это орехов. А это питомцы пришли поздравлять. Да. Видите, местные сфинксы. Сфинксы местные. Ой, сколько их. Вот он еще один. Мяу все. Мяу. Ну. Худые все такие. Все лавки обошли. Ты в магазинах видела. Who doing this? Видео. А, видео нет. Present from hotel. From Big Boss. And cheese. Спасибо. Mm.